Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Настало время хорроров, потому что я давненько в них не играл, их поднакопилось уже достаточно большое количество реально прикольных игр. Не то что прикольных, а скорее страшных. Ну, вы знаете, что то, что игра прикольная, не означает, что она страшная зачастую, то, что игра страшная, не означает, что она прикольная. Но я постарался подобрать для вас подборочку игр. Ну, в этом, конечно же, мне помогали вы и Даша, сам-то я с этим никогда бы не справился. Собственно, так и живем. Благодаря вашей помощи. Подобрал определенную подборку хорроров, которые и выглядят прикольно, и играются прикольно. Вот эта игра, говорит, пипец, какая страшная. Я почитал комментарии, там кто-то даже пишет, что реально чуть не обосрался. Поэтому одевайте наушники, и я надеюсь, что будет хорошо. Так, здесь нам вроде ничего менять не надо. Я, правда, подозреваю, что эта игра, как и многие хорроры на Unity, будет обладать бешеной чувствительностью мышки. Но да ладно. Ваше имя Питер Рид. Во время шторма мы спрятались в заброшенном бункере, очень умно. Как только мы зашли, дверь закрылась за нами. У нас на голове лампа, немножко еды, немножко воды. Нам нужно найти выход из этого бункера. И батарейки у нас, как обычно, достаточно быстро потратятся. Такие дела. Питер, ты идиот. Я не знаю, кто будет прятаться в бункере. Вы когда-нибудь видели бункеры? Нажмите WASD, чтобы двигаться. Используйте вашу мышку, чтобы осматриваться. Нажмите... Не E, а F, чтобы включить свой фонарик и переключаться через разные моды. Используйте кнопку E, так я что-то не собран. Я еще не втянулся в хоррорную атмосферу, надеюсь, сейчас все будет хорошо. Подсказка. Убедитесь, что вы прочитаете все записки. Чтобы открывать дверь, вам нужно сначала открыть ручку и потом открыть дверь. Ну, то есть, как в амнезии, похоже. Спрятаться в бункере? Господи, что за идиот? Почему я вечно играю за таких кретинов? Это же еще никогда хорошо не заканчивалось. Ну ладно, хотя бы он убежал от дождя, может там торнадо какие-нибудь бушевали. Другое дело, когда там идут просто проверить. Мне сказали, что здесь есть привидение. Пойду-ка я проверю. О, господи, я думаю, а что так темно? Так, ладно, чувствительность просто адовая. Ну ладно, я буду стараться сделать все по-тихому. Хорошо. Все очень хорошо. Светло. Я лучше вот так вот, наверное. Нет, так очень страшно. Я лучше вот так вот буду. Окей. Мне уже пипец как страшно. Так. Вот оно что было. Бункер, я так понимаю, времен Второй мировой, да? Кстати, не спрашивайте меня по поводу монстра. Я еще не скоро сяду в него играть, реально. Просто он меня убил. Так, вы еще не устали, и что? Я могу... Ой, я в шкаф не могу прятаться. Плохая игра. Слушай, а тут свет, наверное, есть? Конечно. Меня беспокоит то, что я батареек никаких не нахожу, а тут такие дела происходят. Я совершенно ничего не знаю по поводу этой игры. Ну, то есть, процедурно она генерируется или нет. Господи, это какой-то бункер карликов? Или, может, я очень высокий человек? Оно вызывает у меня чувство клаустрофобии. Что пипец вообще. Не очень прикольно. Включите свет, пожалуйста. Я не знаю, нужно ли мне идти наверх. Хорошо, давайте закроемся. И сделаем вот так вот. Ну его нафиг. Так, ладно. Пипец, мне уже очень стрёмно, если честно. Так, выключим это и почитаем. Вечер ноября... Вечер 1 ноября. Дневник Джорджа Уокера. Я спрятался от дождя. Подожди, это я читаю свои записки, что ли, или что? Или это кто-то другой настолько же умный с премией Дарвина за бортом? Я убежал от шторма и спрятался в этом заброшенном бункере. Как только я попал внутрь, дверь закрылась позади меня. Теперь я не могу ее открыть. Дверь, должно быть, закрылась автоматически, когда ее, ну, захлопнулась, когда ее закрываешь. Там есть скважина для ключа, но самого ключа, само собой, нет. Супер. Господи. Так в поддых можно получить. А что света-то нет? А зачем твои выключатели? Зачем оно надо было вообще? Господи, мне уже это все очень не нравится.
О, батарейки. А, это чашка. Я по всем монстрам, я ненавижу чашки. Замечательно. Слушай, живем. Так, я могу прыгать? Я не могу прыгать. Ок, ок. Здравствуйте. Есть кто живой? Ну, относительно. Я не знаю. Такое ощущение, что здесь кто-то жил? Ну, в смысле, я понимаю, что это бункер, и здесь как бы... Так, куда нам нужно вставить... Слушай, а у нас есть, что ли? Нажмите соответствующий номер на вашей клавиатуре. Куда вставить предохранитель? Так, на кухню, на офис, в ванную. Подожди, ванну какую-то, спальню. В склад или на вход, или на холлый. Я не знаю. Слушай, пусть он тут будет пока, потом будем экспериментировать сначала. Давайте почитаю, меня просто успокаивает свет. Так, вечер 1 ноября, дневник Джорджа. Черт. Я должен был ответить на звонок по конференции в 10 вечера. Мне нужно найти выход отсюда. Слушай, я нахожу записки, в которых мои, собственно, мысли. Это очень странно. Нужно найти путь отсюда. Будем надеяться, здесь есть аварийный выход. Или окно достаточно большое, чтобы через него вылезти. И большое спасибо тому, кто придумал фонарики и батарейки. Надеемся, что это место не очень большое. Ну да, конечно. О, вентиляция, что ли? Блин, я приседать не могу. Я играю за дядю Степу. Посмотрите, мне раковина по пояс, ладно, скажем так. По яйцы. Хорошо, я не знаю, стоит ли мне что-то тут делать вот со всем этим. Дверь какая-то не вызывает доверия, честно говоря. Стремота, крепота. Так, а может тут открывается? О, круто. Я, наверное, умею как-то приседать, но я не знаю как. В мусорке, конечно же, ничего нет. Я просто не хочу выходить вот из луча света. Так, ну это кухня. Здесь, похоже, у нас свет включен. Офис. Так, понял. Я не знаю просто, где что находится. Ну-ка, подожди. Где свет? Ох, что-то меня продрало. Я не знаю, пока пусть здесь, наверное, будет. Я посмотрю, что где находится, а там уже будем свет включать. Ну, я так думаю, что это будет относительно хорошая идея, наверное. Добро пожаловать во тьму. Да бери ты ее, господи, что ж ты. Так, ладно. Я хер его знает, на самом деле. По-моему, я совершил большую ошибку, что оставил свет там. Так, дневник. Здесь нет никакого выхода, и здесь нет окон. Но это было бы слишком легко, верно? Нужно начинать искать ключ, чтобы открыть главную дверь. Бляха-муха, мне уже пипец как страшно. А еще ничего не произошло тут толком. Может, не надо никакой ключ искать? О, нет. Я уже запутался, где я был. Где я не был. Поэтому давай запремся нафиг. Конченая игра какая-то. Так, новая записка. Я уже ищу где-то час или два, но не нашел никакого ключа здесь. Если бы у меня был какой-нибудь гаечный ключ, может быть, я смог открутить некоторые шурупы, в общем, гайки на главной двери. Но, конечно же, у меня с собой такого нет. Кто с собой такой на прогулку вообще берет? Идиот только берет. Ну ты же идиот! Ты идиот, что ты забрался в этот бункер! А я идиот, что играю в эту игру. Потому что...
Потому что на кой хрен оно мне надо вообще? Ой-ой-ой, я уже забыл, откуда я пришел. Как понять, где что вообще? И вот эти записки. Какой черт они нужны? У меня нет часов, но я думаю, что почти полночь. Я думаю, что я пропустил этот звонок. Я смертельно устал. Я увидел несколько кроватей в одной комнате. Я посплю там и продолжу поиски, когда проснусь. Идиот. Просто идиот. Ты идиот? Ты идиот. Подожди, я тут был? Я круг сделал? Да, это та самая дверь. Слушай, подожди. Мне что, поспать реально? О, точно, смотри. Вот идиот! Ну не надо вот этого делать, ну пожалуйста. Ой, ну как так можно-то вообще? Я не знаю, я не уверен, что я хочу дальше играть в эту игру. Это я храплю? Хрена я конь. Твою мать. Фонарик включи. Да проснись ты уже, господи. Ночью кто-то ходил. Угу. Второе ноября. Когда я проснулся, я услышал шум снаружи своей комнаты. Надеюсь, что кто-то открыл главную дверь и вошел в бункер. Как только я вышел наружу, шум исчез. Главная дверь до сих пор закрыта и никого поблизости нет. Бляха, муха, ты уверен, что никого нет, идиотушка? Потому что я реально какую-то херню слышу. Как можно было так попасть? Я не знаю, я не буду читать. Почему что-то тихое? Я вооружился стальной трубой и сказал им показаться. Я не знаю, что там вначале. Где стальная труба? Мне нужна стальная труба. Какой нахрен стальная труба? Так, я постараюсь почитать. Некоторые ящики не на тех местах, где были раньше. Похоже, что кто-то их обыскал. Кто-то вошел в бункер, пока я спал. Может быть, они все еще здесь. Почему они такие тихие? Может, они прячутся от меня? Я вооружил себя стальной трубой и сказал им показаться. Хорошо, мне нужна стальная труба. Где, япона-мать, стальная труба? Да все передвинуто нахрен. Эх, конечно, я не получил ответа. Я снова начал свои поиски в этом бункере. Здесь не так много мест, где мог бы прятаться человек, но я никого не мог найти. Может быть, они покинули бункер до того, как я очнулся, пришел в себя. Так как я не мог никого найти, я решил подождать рядом с выхода, чтобы они вернулись, вооруженные своей стальной трубой. Теперь я сижу на полу. Чтобы сохранить энергию батареек, мне нужно поставить фьюз, слот на входе
и включить там свет. Предохранитель, то есть. Где Япона, мать моя, стальная труба? Пожалуйста, дайте мне ее. Если я не найду стальную трубу, я не буду ничего включать. Слушай, так это немецкий бункер. Готмит там и прочее, вот это вот трихомудие ублюдочное. Я подождал где-то 3 часа у выхода, и ничего не произошло. И все, что я могу слышать, это звук дождя. Пока я сидел и ждал, мне стало интересно, что они здесь сделали. Они искали что-то? Что-то здесь ванная, говорю, важное есть. Ванная, блин. Нужно вставать и искать снова все в бункере. Может быть, я что-то пропустил. Подожди, труба-то... Ой, божечки, господи, как меня передергивает-то всего. Труба где? Давай. Это просто пар. Чего ты испугался? Так. Да, блин, не та кнопка, я не знаю. Вот. Я привык, что на E все это делается. Твою мать. Я в шоке просто. Я не хочу ничего. Здесь ничего ценного нет. Просто пустые ящики и бочки. Здесь нет ключа, среди прочего. Все, что мне остается, это сидеть и ждать, пока не вернутся. Надеюсь, что они не бандиты. Что, если они здесь что-нибудь прячут? И теперь они это они тут что-то прятали, и теперь, когда они это забрали, они сюда уже не вернутся. Что мне тогда делать? Так, ладно, я не знаю, у меня есть подозрение, что мне нужно найти... Я понимаю, да, что, похоже, для дальнейшего продвижения мне нужно вставить на вход лампу. Но я, пожалуй, пойду во тьму и... Что за нахер? Я буду тут сидеть, короче, всю игру, мне пофигу. Ну, конечно, я пойду, нет? Где моя сраная труба? Где моя сраная труба? Опа, пошли вы нахер. Я не буду, мне не интересно вообще. Где труба? Труба где? Ну не может же быть, что труба была в записке, а так ее нет. Так, все, собрались. Собрался мужик. Собрался с мыслями. Закрой дверь нахер. Закрой ее к черту. Ключ. Нужен ключ. Я что-то нашел. Я сижу на полу рядом со входом снова. Я изучил главную дверь, но я никак не смогу ее открыть без ключа. В голове я прокручивал варианты. К сожалению, их не так много. На самом деле их только 2. Или кто-нибудь откроет дверь снаружи, или я умру здесь от жажды. Или я умру от того, что здесь происходит. Ну, на самом деле, я хочу вас поздравить. У нас какое-то продвижение.
Так, я, кажется, начинаю ориентироваться в этой байде. Нет, ни хера я не начинаю ориентироваться. Вы-то там, небось, уже все, уже прекрасно ориентируетесь, карту составили, как я буду... Эй, твою мать! Твою мать! Почему я не могу сидеть и плакать? Как хорошо, что у меня нет веб-камеры. У меня такой жалкий вид сейчас. Так, ладно. Короче, что я хотел сказать? Я уже вспотел, как я не знаю, проститутка в церкви. Вы там уже, наверное, я не знаю, вот там, вот сюда иди, сюда не иди. И не могу, мне охереть как страшно, я ничего не запоминаю с перепугу. Что это за херня была? Что это, бляха, такое было тут вообще? Так, мне нужно вернуться, и мне нужно перед этим. Я не нашел никакую трубу. Где труба, Япона, мать? Да как же так? Нет трубы. Ладно, нам нужно с вами включить свет на входе. И радоваться жизни, Япона, мать. Что же я делаю? Слева ближе. Что-то совсем близко. О, слушай, так тут все тут теперь освещено. Я в шоке. Я доволен. Так, хорошо. Нам нужно сходить в туалет, там какая-то записка. Там плакала женщина. И... Ой, как меня трясет-то все. О, господи, какое же я сыкло. Я же не думал, что я прям вот такое сыкло. Ай, ладно, на самом деле, а мужик, сейчас мы справимся со всеми проблемами. Да блин, я не ту кнопку нажимаю все время. Так, это мне по-прежнему не нужно, он не берет это. Может быть, здесь труба лежит? Я не знаю, просто, ну, говорит, взял трубу. Где я взял трубу? Может, она реально у меня уже есть, считается? Да ни хрена подобного. Я потратил половину часа, ну, полчаса, стуча по фронтовой двери своей стальной трубой. Может быть, кто-нибудь услышит меня? Я старался остаться спокойным, надеюсь, и дальше смогу. У меня осталось очень немного воды, еды, и краны здесь не работают. Только что я услышал, как кто-то прошептал мое имя. Что? Туалет для гномиков, япона мать. Я просто ищу, может быть, где-то есть ключ. Как я его найду там, господи? Но я не знаю на самом деле. Я что-то вот сейчас вот я не сильно понимаю, что мне, собственно, делать. Да ни хрена. Где труба? Я не знаю. Меня больше всего этот вопрос интересует на самом деле. То есть не то, чтобы я думаю, что она мне как-то поможет, но с трубой я бы тут... себя поспокойнее. Хорошо, что мне делать дальше? Искать что? Искать, конечно же. Так, подожди, понял, не туда. Но я не могу ничего найти здесь. Что я делаю не так? Ого. Здравствуйте, приехали. А, это мы уже читали, да? Японский городовой. О, господи, что меня передергивает-то так? Как там говорят? Передергивает, писить, значит, хочешь. В моем случае нет, я хочу какать. Шучу. Предостеречное состояние. Я не знаю, что делать, честно. Нужно где-то найти ключ. Где найти ключ, я не знаю. Если я даже не могу найти долбанную
Подожди, оно тут было? А, ну да. Может мне поспать еще? Вы пока не устали. Ну ладно. Я уже устал на самом деле. Ой, ладно, давай все по порядку обыскивать, раз такие кренделя. Это я читал? Ага, да, я читал. Ящики не на своих местах. А где, где труба? Где, где труба? М? Труба где? Не, ну я все понимаю, но... Я здесь был уже. И здесь, и здесь, и здесь. Не понимаю. Я бы взял этот ящик и расхреначил бы его об стену. Вот, честное слово. Я бы нашел способ. Если вы слишком долго смотрите в тень, ваш разум начинает играть с вами разные шутки. Именно это со мной сейчас произошло. Я увидел движение в тенях. Мне нужно немножко поспать. Я оставлю дверь открытой на случай, если они вернутся. Даже если это воры, это не может быть хуже, чем умереть здесь. Мудак. Ой, блин, я так надеялся, что сейчас чего-нибудь не произойдет, и ничего не произошло. Я не хочу играть в эту игру дальше. Мудак, мудак. Как же ты сюда попал? Охеренный хоррор, на самом деле. Пока что вроде так ничего особого не произошло. Но меня... Меня так кроет, что-то что пипец. Кто-то ящики двигает. Здесь бригада нелегалов живет. Я так понимаю. У меня по-прежнему нет трубы. Так, я надеюсь, свет включен. Я не особо хорошо спал. Я проснулся от звука, как будто что-то тяжелое двигает. Такое ощущение, что какой-то шкаф или тяжелый камень, как будто им скребли по цементу. Ой, ну то есть вы поняли, по бетону. Я выбежал... А, ну и после этого, как он услышал шум, он выбежал из этой комнаты, где спал. Но все, что я нашел, это снова странные шумы. Ладно, допустим. Ничего не изменило. Где коридор? Что здесь происходит? Что, весь бункер, схема всего бункера изменилась за ночь? Кухня была вниз по лестнице, но теперь она слева от входа. В общем, теперь все вещи на разных местах. Я что, схожу с ума? Не может быть, это просто невозможно. Ой, после этой игры мне долго нужно будет отдыхать. Пипец, такой напряг вообще. На ровном месте. Почему эта стена здесь? Вчера здесь никакой стены не было. Это невозможно, но здесь бетонная стена. Раньше здесь был коридор, который вел туда, где был склад. Теперь здесь ничего нет. Где я? Что здесь происходит? Ты в жопе. Происходят здесь жопные вещи. А где туалет? Так, ладно, допустим. Господи. Кто там? Темнота? Нахер. Сидим в углу, плачем. Ах.
Давай, мать твою, давай. Господи. Ложиться спать. Выпустите меня отсюда, пожалуйста. Выпустите меня. Я не хочу туда идти. Я... Я реально что-то как-то пипец напуган. На момент я думал, что, возможно, я сплю, ударил себя по лицу несколько раз, но ничего не помогло. Что здесь на самом деле происходит? Что это за место? Я слышу, что кто-то ходит. Мне нужно спрятаться. Какой нахер прятаться? А, прятаться. Бежим! Бежим нахер. Я не хочу. Хорошо. Так, отсюда был шум, да? Дверь. Главная дверь там же, где и была, но, конечно же, все еще закрыто. В общем, потолок, кажется, что стал еще ниже. Запах стал... Воздух стал странно пахнуть. Вентиляционная система прекратила работать. Возможно ли здесь задохнуться? У меня сердце бешено стучит. Я потею, и мои руки дрожат. Я тоже. Уже слишком много всего происходит. У меня что, скоро будет сердечный приступ? Надеюсь, что только у тебя. Но все хорошо. Нечего бояться. Эй, не надо мигать, пожалуйста. Но я тебя прошу. Тихо нахер, бляха-муха. Есть кто там? Вот оно что. Наркоманы. Выключи. Выключи нахрен. Я все еще здесь. Мне немножко лучше, но руки все еще дрожат. Нужно выбраться отсюда. Сейчас же. Я попытался ослабить. Открутить, в общем, болты своими руками. Теперь у меня все руки кровоточат. Я их разодрал. Развернулся, когда я услышал, что кто-то прошептал мое имя за моей спиной. Но никого поблизости не было. Ты просто чумачечий. Вот и все. В бункере никого нет. Что это? Я должен был знать. Диана – грязный шпион. Сэм поймал ее, когда она пыталась выскользнуть отсюда ранее этим утром. Она пыталась украсть карту и немножко сухпайков, ну, в общем, рационов. Она за это заплатит. Мы доверяли ей, и она предала нас. Сначала мы побреем ей голову. Супер. Чё такое? Чё не так? Все же хорошо. Не бойся, малыш. Я не боюсь уже. Я смирился с тем, что мы тут умрем. И ты не бойся. Все очень плохо.
Что происходит? Что-то не так, да? Ладно. Конченая, в общем, мракобесная игра, на самом деле. Ну, все, что мне остается, это сейчас заглушить тот свет и пойти. Включу свет обратно, что ли, туда? Спокойно, я знаю дорогу. Все нормально. Так, я немножко схожу назад, просто отдышусь. Я понимаю, что... О, включи не свет, бляха-муха! Включи свет, мудак! Включи... Жопа! Все. Я хочу спать. А, я еще не встал. Ну ладно. Не встал, так не встал. Подумаешь. Это вроде как баба была. Ну, женщина, я извиняюсь. И вроде как у нее был побрит череп. Да как же так, ну? Видели мой фонарь? Туалет, ну конечно. Я слишком высокий для этого туалета, я слишком высокий. Я зато могу выглянуть. Чё, никто не идет? Да закрой же ты, господи. Я тебя прошу. Я здесь не один. Я никогда не был один. Я слышал странные шумы, шепотки во тьме. А теперь все это становится громче. Я сильно потею, обильно. Нужно пить больше, но здесь нет воды. Я задыхаюсь, мне не хватает воздуха, такое ощущение, что я забираюсь на гору, и воздух становится все более разреженным с каждым шагом. Что дальше? Спать? Или не спать? Нет, я пока не хочу спать. Так, ребят, сейчас кирпичи стряхну. И можно продолжать, да? Ну, я не знаю, в принципе-то, я как бы... Я как бы сделал все от меня зависящее, во все стороны сходил, нет? Куда мне дальше-то идти? Не, можно? Я там еще вроде как одно место помню. Ой, так, ладно. Тут слева я же не все еще обошел вроде как. Подожди, давай направо сходим. Тут я вроде как тоже не все еще обошел. Хорошо, у меня есть ощущение. О, новая записка, да? Это же новая записка. О, когда у меня батарейка-то уже кончится? А, это я уже читал. Ладно. Я просто не знаю, действительно, я что-то как-то уже сомневаюсь в том, правильно ли я все делаю.
Засомневался что-то. Но мне пипец как страшно, и я официально заявляю, что это, наверное, одна из самых конченых игр за последнее время. Да? Так, а где у нас там офис был? Нет, я амунишн включил. Слушай, я же это включил? Я что, не это включил? Твою мать. Это не оно. Я думаю, я тут вот свет включил. Так, хорошо, ну-ка нахер. Давай-ка обратно. Включим свет на выходе, как и был. Ничто мне не говорит о том, что мне нужно где-то в другом месте свет включать. Поэтому я сейчас просто приду в зону комфорта. Вот сюда вот. Ох, так, теперь. Когда мы можем чуть-чуть выдохнуть, у нас все хорошо. Мы же... Я же мужик. Все нормально. Давайте подумаем, что же нам делать дальше. Я бы на самом деле предпочел, чтобы меня сейчас убили, потому что я уже не могу. У меня нервы на пределе, честное слово. Что-то мне подсказывает, что, возможно, если я сейчас выключу свет здесь и приду сюда, то здесь все будет по-другому, потому что так, по-хорошему, мы уже все обошли, да? Не, ну налево я там, конечно, еще могу сходить, попробовать воды попить. У меня была такая идея. Я, наверное, вот эту записку просто не прочитал от страха, с перепуга. Может, поэтому... Здесь картинка с надписью «God meet uns». Верю я в Бога или нет, я верю в призраков. Но на этой картинке я видел лицо. Просто на секунду, но оно было там. Что это за место? Кто был на этой картинке? Откуда все эти голоса идут? Я устал. Понял. Мы, короче, не прочитали последнюю. Я просто в панике пробегал мимо нее постоянно. И поэтому... У нас ничего не происходило. Теперь, я думаю, мы можем поспать. Ой, господи. А всего-то не надо было забегать в бункер. Ну, бункер, ну это же очевидно плохое место. Ну, даже без системы автозапора, ну... Какого хрена? Под одеялом. Так, что это было? Где-то там в ноябре. Дневник Джорджа Уолкера. Я снова заснул. В своих снах я видел себя сидящим в комнате. И стены двигались. Комната становилась все меньше и меньше. Я проснулся от того, что потел и кричал. Хватал ртом воздух. Я чувствую слабость. У меня кончилась вода и еда. Я слышу, как кто-то кричит снова. В комнате опять все по-другому. Нормально, не обращаем внимания. Это уже привычно. Твою мать. Мне уже плевать, честно, я что-то перегорел. Я уже ничего не хочу.
Воды чуть-чуть. Воды. Чуть-чуть воды. Я не пойду туда, где мигающий свет, мне плевать. А, тут вообще света нет, идите в жопу. Слушай, да так, если посмотреть... Какого хера происходит? И вообще... Никакой двери больше нет. Дверь исчезла. Она всегда была здесь, но теперь ее нет. Что происходит со мной? Меня что, карают за что-то? За то, что я сделал в прошлом? Выхода нет. Я умру в этой дыре. Я пойду сюда. Там света вообще нет. А, тут тоже света нет. Я не хочу идти сюда. Заело. Да твою мать, что еще такое? Я просто уже тут вообще ни хрена теперь нет. Ничего нет. Я хожу кругами без какой-либо цели. Эти уродливые картинки, теперь их больше. Они пытаются мне что-то сказать, я не понимаю. Какие картинки? Ящик, откройся. Твою мать. Спасибо. Убейте меня. Шприц? Морфин? Хуже уже не будет, да? Willkommen im Bunker. Это не то, чего я ожидал. Честное слово. Такая, собственно, игра. Поздравляю вас с ее прохождением. Я реально перестрадал. Это был какой-то пипец. Ладно, увидимся в других хоррорах. Ой, с вами был Артур, всего хорошего, всем пока.